Итак, всем привет! С вами нас снова на связи канал Andrius Crypto News. И как всегда, у меня для вас есть очень хорошие, интересные новости. Мои, так сказать, изъяснения касательно всего этого повода. И, разумеется, вам это будет полезно. И в качестве моей преимущественной выгоды, я хочу попросить вас подписаться на мой канал с колокольчиком, потому что это поможет не только в развитии самого канала, но и также вы в дальнейшем не пропустите новые выпуски здесь, которые будут вам, естественно, полезны, и, возможно, вы что-то из них подчеркнете. А теперь давайте уже начнем в конце концов. Значит, какие мои вообще мысли по поводу XRP? Сейчас он опустился до уровня 94 центов. За 2 дня спустился на 17 центов. В принципе, даже вполне себе нормальный такой результат. И на этом можно прямо сейчас заработать, купив криптовалюту и продав, например, по более высокой стоимости. Но я говорю даже сегодня не об этом, а о том, что у криптовалюты XRP скоро есть реальный шанс увеличиться в своих масштабах. Потому что решение суда, окончательное и официальное 12 ноября, когда SEC и XRP судились, вы узнаете, что XRP официально выиграл все судебные издержки. В принципе, суд. И это будет настолько положительной новостью, что стоимость XRP просто взлетит, как вот на примере данного временного цикла. Когда 5-3 числа XRP стоил 58 центов, и буквально за чуть больше 10 дней, за 11 дней, он поднялся до доллара 82 центов. Только эффект будет еще гораздо выше, чем здесь. Поэтому я закупился XRP по цене в 93 цента. Не сейчас, а 2 дня назад. Потому что я предсказал этот момент, и он произошел. И я буду в огромнейшем преимуществе, потому что я верю в такое событие. И XRP может реально взлететь на доллары. Про десятки долларов, про 20, 50, 100 долларов ее стоимости я пока говорить не хочу и не буду, потому что это может занять очень длительный период, потому что мы все знаем, что XRP это не биткоин, хотя он создан был и не то чтобы раньше, но он практически стартовал, как и биткоин. И естественно, у него прошло очень много времени, но он сейчас активно набирает обороты в своем развитии. Многие банки используют технологию XRP в качестве мгновенного, практически денежного перевода для своих клиентов. То есть это экономия денег. Естественно, это востребовательность. И в дальнейшем будут гораздо больше компаний использовать XRP. И говорить сейчас про то, что XRP никогда не поднимется выше 2-3 долларов, на мой взгляд, это крайне неразумно. Вообще неразумно. И когда произойдет то, о чем я говорю, очень многие люди будут вспоминать прошлое и думать: «Ай, какой же я был дурак, что я пропустил этот момент, проварганил просто-напросто». Это неприятно никому. Однако, что есть, то есть. Как говорится, мы все плывем в одной лодке, и каждый должен помогать друг другу. Почему я записываю эти видео? Для того, чтобы вам дать эту пищу для размышлений, чтобы вы четко понимали и мыслили, обдумывали и анализировали данную стратегию, что ли. Данный график, изучали его, понимали, когда активность идет, когда происходит падение, когда повышение стоимости. То есть играет миллион факторов. И все их изучить, конечно же, невозможно. По большей степени для вас любая криптовалюта, то, как она ведет себя,
будет всегда секретом и котом в мешке. Однако большинство моментов вы сможете изучить, и предугадывание таких моментов даст вам возможность для того, чтобы вы оставались всегда, ну, порой не всегда, но в большую степень в плюсе. Это и есть трейдерство, инвестиция, знать, что для вас будет более выгодным и полезным. А на этом все. Большое спасибо, что досмотрели видео до конца. У меня к вам просьба. Ставьте лайк, если понравилось видео. И можете поделиться видео в своей соцсети, в мессенджеры. Это также поможет каналу в его развитии.